Друзья, всем ассаламу алейкум. Спасибо, что пришли. Я это ценю сильно. Ну, локдаун решил исход боя. Вроде все нормально шло. Я, честно, сильно готовился. Очень сильно готовился. Я из зала почти не выходил. И тренировался месяцами. Режим, все, диета. Ну, что-то пошло не то, я не знаю. Это спорт, здесь есть победители и проигравшие. Я просто хочу сказать, что я вернусь сильнее. Эмиль, подойди ко мне. Это был равный бой. Хочу сказать тебе, Баркала, за бой. И хочу попросить у тебя реванш. Эмиль, это был... Серьезно, Эмиль. Подожди. С того согласия, Эмиль. Нет, Анар, ты его менеджер. Подожди. Я с бойцом разговариваю, можно? Я с бойцом. Своего разрешения. Эмиль, поздравляю, да, давай. Я тебя поздравляю, ты красавчик. Ты красавчик, я уважаю тебя. После того, как я ушел, единственных единиц посмотрел, один ты из них был. Я уважаю тебя как бойца, так же человека. Но сегодня я тебя выиграл. Я дальше еще по боксу хочу провести. Сегодня... Бридов Матевосяном дрался, проиграл Матевосян, как я знаю. Проведи с ним бой, я победителем поделюсь. Подожди, брат, смотри, у меня 9 боев по кулакам. 9 боев по кулакам. Я уже хочу завоевать этот пояс. Давай следующий реванш сделаем. Друзья, спортсмены, повернитесь к камерам. У каждого из вас по 2 пояса на плечах. Вы оба достойные воины хардкора. Эмиль!